не затыка. И сегодня мне наконец-таки пришла моя посылка из Москвы от сестры на день рождения. Но день рождения было 21 октября, а сейчас уже ноябрь. Вот. Ну, запоздала немножко посылка. Ну, ничего. Вот. Ну, там. Подробностей нет. И сейчас мы с вами, я распакую. Я так долго этого ждала. Я знаю, что находится в этой посылке, потому что я это заказывала у сестры. А вы, конечно же, не знаете, что там, поэтому сейчас будем распаковывать. Я уже приготовила ножницы. Вот. Она такая большая, увесистая, я бы сказала. Я даже не знаю, сколько здесь. 820 грамм. Это много или мало? Ну, короче, почти килограмм. Но это не важно. Разрезаем. А, ой. Тут было клей. Ну, короче, пофиг. Разрезаем, как я разрезаю. Та-дам. Так. И тут какой-то пакетик, пока ничего не видно. А, ну, пока ничего не видно. Вот. Так. Опа. Так, посылка пуста. Да, все, пакетик пуст. И вот что здесь. То, что я очень долго ждала. Так. Смотрите, что это? Это мой штатив. Штатив и толстовка. Зимняя теплая толстовка. Толстовку сейчас мы распакуем. А штатив я ставлю на конец. Та-дам! Убираем. Вот. Офигеть, какая крутая. Вот такая вот толстовочка. Крутая такая. Вот. Надписи. Прикол. И теплая. Да, тепленькая. Прикольная толстовка. Надпись такая крутая. Вот такая. Захотела белую, потому что у меня нет белой толстовки. Как странно. Его теперь будет. Да что вкусно пахнет. Это манго. Короче, крутая толстовочка, теперь ее буду носить. И теперь, ну что, самое главное, распаковываем, конечно же, штатив. Уху. Штатив для телефона, так как у меня пока нет камеры. Я пока не знаю, как ей пользоваться. Ну да ладно. Так. Сейчас достаем. Как я это долго достала. Вот. Это как раз таки крепитель для телефона. Так. Мешок тут еще презентабельный. Так, теперь нужно еще разобраться как-то. Как? Вопрос. Туда. Какие-то болтики, гаечки. Я так понимаю, вот это нужно прилепить сюда. Или как? Сейчас разберусь. Та-дам! Спасибо огромное, Юльке. Эх. Что нужно еще для части? Теперь надо поставить телефон. Ну что? Я поставила. Теперь мне наконец-то не надо мучиться и думать, куда мне поставить телефон, чтобы снять это видео. Теперь я просто могу поставить телефон сюда и стоять и снимать видео. Только табуреточку ей что-то поставлю, там стульчик. И будет люкс-люкс. Ура.
Сейчас я, кстати, померяю толстовку. Толстовка очень крутая. Наконец-то у меня будет белая толстовка. Юлька, спасибо. Под мои новые джинсы. Нормально. Круто. Что еще нужно для счастья? Я не знаю. Спасибо. Следующее видео ждите в этой толстовке. Да. Ну, а я уже буду заканчивать видео. Всех люблю, целую. Пока-пока. Спасибо огромное, сестре.